даже ветераны и приглашенные гости для проведения торжественных мероприятий готовы, докладывал начальник гарнизона подполковник Шевченко. Естественно, огромные слова благодарности ветеранам. Мы их чтим, уважаем, помним наших погибших товарищей. Ваш труд приносит, даже в мирное время, сопровождается рядом опасностей, с которыми вы сталкиваетесь ежедневно. Но зная вас, видя вас, мы в своем городе чувствуем себя безопасно. Сотрудников уральских почетов прошу открыть. Ночью спасли чьи-то ноги.